В сентябре месяце планируется проведение ежегодного инвестиционного форума, который будет проводиться на территории Харьковской области. Планируется пригласить достаточно большое количество представителей иностранных деловых кругов, бизнесменов, представителей посольств и консульств. Уже на сегодняшний день подтверждено участие посла США в Украине Джеффри Пайетта и посла Канады, а также посла Голландии. Мы надеемся, что остальные дипломатические представители подтвердят свое участие в этом мероприятии. Достаточно большое количество будет приглашено представителей министерств, ведомств, центральных органов, государственной власти, а также бизнес-кругов Харьковской области для того, чтобы наладить бизнес-интересы, очертить те направления, в которых нужно двигаться и бизнесу, и государственной власти. А также надеюсь, что на инвестиционном форуме будет возможность у представителей бизнеса подписать новые контракты. В части есть заинтересованность азербайджанской стороны, со стороны Албании, для того, чтобы развивать свой бизнес на территории Харьковской области.